Великобритания, Манчестер. Город, одержимый футболом. Здесь находится знаменитый стадион Олд Траффорд, тренировочная база и главная арена легендарного клуба Манчестер Юнайтед. Именно здесь 8 июля российская авиакомпания «Аэрофлот» и футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявили о заключении спонсорского соглашения. «Аэрофлот» стал официальным перевозчиком «Красных дьяволов». На торжественной церемонии присутствовали генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев, коммерческий директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд и главный тренер клуба Дэвид Мойес. Контракт вступил в силу 1 июля. Теперь крупнейшие компании Восточной и Западной Европы будут совместно завоевывать мировой рынок. Для клуба это потрясающий договор. У Манчестер Юнайтед 659 миллионов болельщиков, и мы поможем Аэрофлоту установить с ними контакт. На нашем сайте ежегодно бывают около 4 миллиардов посетителей. К тому же мы будем организовывать совместные кампании по всему миру. Мы будем работать во многих странах, куда летает Аэрофлот. Ежегодно Аэрофлот перевозит более 17,5 миллионов пассажиров. Это значит, что компания – настоящий эксперт в области комфортного обслуживания пассажиров любого класса. Теперь услуги Аэрофлота смогут оценить и 33 титулованных спортсмена. А в парке авиакомпании появится еще один самолет – дальнемагистральный Boeing 777-300 в ливрее Манчестер Юнайтед. Поддержка спорта – часть стратегии компании по продвижению на мировой рынок авиауслуг. Аэрофлот – официальный перевозчик зимней Олимпиады 2014. В прошлом году компания стала титульным спонсором российского футбольного клуба ЦСКА, а уже в этом выиграла тендер на сотрудничество с легендой английского футбола. Мы много времени потратили, чтобы выбрать правильную компанию в качестве официального авиаперевозчика. Нам хотелось работать с фирмой высокого уровня, с хорошими перспективами и фантастическим менеджментом. Аэрофлот – замечательный партнер для нас. Это высокое качество, один из самых молодых парков воздушных судов в мире и много наград за управление бизнесом. Манчестер Юнайтед – это настоящая футбольная империя. Стоимость клуба, по оценкам Forbes, превышает 2 миллиарда долларов. Это самая дорогая спортивная команда в мире. Манчестер Юнайтед – это миллионы болельщиков, тысячи магазинов командной символики по всему миру и игроки-легенды. Это два глобальных бренда. Манчестер Юнайтед – это крупный мировой бренд. Аэрофлот совместно с Манчестер Юнайтед еще больше расширит свое влияние. Для обеих компаний это прекрасная возможность. История Аэрофлота – это 90 лет покорения воздушного пространства. В июне этого года российский перевозчик завоевал титул лучшей авиакомпании Восточной Европы, который присваивает авторитетное британское агентство Skytrax. Я пожелаю обеим нашим командам, команде Манчестера и команде Аэрофлота, успеха и побед. Теперь две живые легенды, чемпионы Западной и Восточной Европы, объединились. У «Красных дьяволов» появились собственные крылья, а Аэрофлот пошел в атаку на ворота Западной Европы и всего мира.